С начала отопительного сезона в частном секторе Павлодара произошло уже 15 пожаров. Чаще всего причина в неисправных системах отопления. Жители не соблюдают правила безопасности. Чтобы предупредить беду, спасатели проводят рейды по домам. При необходимости устанавливают датчики дыма и угарного газа. На одном из выездов побывал и наш коллега Аслан Абуталипов. 80-летний Баян Хамид отапливает свой дом обычной печью. Пенсионер переживает, что в силу возраста может не заметить угарный газ. Поэтому по просьбе Аксакала пожарные установили в его жилище специальные датчики. Пользуемся обычной печью. В качестве топлива используем уголь. Боимся, что может пойти угарный газ или с печкой что-то случится. Услышал, что можно обезопасить себя, поэтому обратился к пожарным. Они не отказали, поставили приборы. Правила эксплуатации печей и отопительных приборов разъясняют и сельчанам. Только в селе Павлодарское спасатели проинспектировали почти 250 домов. Хозяевам жилищ указали на недочеты и порекомендовали устранить их. Совместно с местными исполнительными органами, неправительственными организациями проводится работа уже по установке непосредственно датчиков и притопочных листов. На сегодняшний день на территории области социально уязвимых слоев населения это 1233 семьи. На сегодняшний день установлено 585 датчиков угарного газа. Как отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, рейды будут проводить непрерывно. Напомню, в прошлом году в частных домах областного центра произошло почти 70 пожаров. Спасатели подчеркнули, что безопасность жителей прежде всего зависит от них самих. Аслан Абуталипов, Карлыгаш Касиетова, Даулет Кошкарбаев, Марат Игликов, Павлодар, 24 КЗ.